Пожалуйста. Да. Мы можем вон там дальше, наверное. Можно обойти все, потом вернуться. Да. Вишенка. Спустимся? Да. Давай. Можем вон там дальше, наверное. Ну, можно обойти все, потом вернуться, если да. Что. Тут тоже лесенка и кусты. Лесенка и кусты. Тут комплекс довольно длинный. Предлагаю вернуться все-таки, спуститься и пройти вон там, вон по парапету. Ну, давай до конца дойдем. Ну давай. Потом. Вот тут можно спуститься, где молодой человек спускается. Угу. Ну, сперва обзор обследуем. Давай. Куда вообще залазить? Снизу. Снизу? Надо подход снизу поискать. Ну, наверное, там вот и есть вход. Аккуратнее под ноги смотри. Давай. Осторожно. Да, я понял. Ты тоже. Вот это проще немного. Спущусь, не боюсь. Аккуратно не провалить. Давай. Осторожно. Да спущусь, не боюсь. Аккуратно не провалить. Не первый раз. Провальчик. Аккуратно под ноги смотри. Ой, зато если где в туалет сходить. Там вон какая-то дыра. Ой, и провал.
подземный вход, скорее всего. Надо найти в него вход. Видимо, знаешь, заставляли снаряды, скорее всего, по этому входу. Осторожно провалиться. Осторожно провалиться. Можно не осторожно провалиться, а можно осторожно провалиться. Скажи, там внизу еще какой-то. А, это, видимо, туда, куда оно спускается. Мы сейчас попробуем туда добраться, вон там тропинки есть. Угу. Сейчас провалить все, смотрим. Здесь орудия, наверное, стоят? Да, да. Либо прожектора, как вариант. Хотя нет, это орудие. Орудие. В любом орудии стояли. Сегодня, кстати, народу прилично. Ну, в принципе, с другой стороны, это самый ближайший. Как это? Нах эти шашлыки. Тут хорошо отдохнул, походу. Да. А эхо, конечно, тут... Крапива? И мы выходим к обрыву. Сразу вспоминается в играх, когда забегаешь куда-то, а выхода нету. Да-да-да-да. Ой, давай я в окошечко выгляну. Привет. Давай. Привет. Интересно, если аккуратненько вниз съехать. Да, ты аккуратненько выйдешь потом. Ну потом, наверное, спасатели будут вытаскивать. Конечно. Тут машинки. Да, да. Вон тут спуск вниз, кстати, есть. Где? Вон. И к дыре. Нам надо подняться, обойти. Ну, попробуем. Давай, может, сначала там, может, приедем. А там слезть можно разве? Да что тропинку видно. Нет, она вон идет, она в обход, она оттуда тоже. Вот. Нет, там тоже вот спуск есть тропинка. Ну давай слезем. Она куда? Вон, давай пойдем там. А здесь ведь бегали солдаты. Ну да.
Ну, слушай, тогда ты был и в лучшем состоянии, скажем так. Так, где мы видели спуск? А, дальше там, да. Еще дальше. Да, да, после этого. Что-то мне вспоминается, как катался этот в Outlast. Нет, тут завалено. Не пролезть? Не-а, он завален. Жалко. Хочешь, я подсажу? Да нет. Дерево еще сохранилось, смотри. Какое? Деревянное, ну, покрытие. Или это нет, это металлическое покрытие? Нет, это... Металлическое покрытие. Да, просто ржавчина. Хотя, ты знаешь, эта балка может деревянная быть, на самом деле. Ой, в смысле металлическая, а дальше дерево у нас. То есть, как вариант. Да не, мне кажется, это металл. Ну, может быть. Дерево бы не выдержало. Не выдержало. Слушай, дерево выдерживает, поверь, очень многое, на самом деле. В зависимости от сорта дерева. Куда ты идешь? А, куда? А, сюда. От сорта дерева, от обработки зависит. Много чего. Круто. Сейчас только секунду. Фонарик забыли купить. Ладно. Зато тут приема нет связи. Вообще. Снимаю вон свет в конце туннеля. Да я снимаю. С одной ноги себе свети, главное, чтобы не вернулся на него. Да. Так, стоп. Блядь. Ни хера не видно на камеру, ну ладно. Да я вижу. Ну, тут мы не полезем. У меня что-то не улыбается сквозь крапиву где-то там ползать. Вернемся обратно. Да.
Какие сходки? Угу. Моё хоббитское нутро говорит, что нам пора перекусить. Да. Сейчас где-нибудь найдем укромное местечко и поедим. Вот подъем, наверное. Да. Что поднимемся? Давай я первый, наверное. Давай. Видите, видите, спалы, спалы. Пятый этаж. Да нет. Сейчас куда-нибудь упади в траву. Я пейзаж сниму. Мама, подожди, подходи. Это мне напоминает то, как мы играли. Давай посмотрим, что это за штука. Лафет. Ну, в смысле, не лафет, а, как сказать, закрытая мортирная батарея. То есть вот тут были такие металлические створки. Вот, они закрывались. То есть и здесь располагалась гаубица. Вот, снизу, видишь, там подавались снаряды, соответственно, вот там. Ладно, пошли. Вот по этой лестнице мы поднялись. Да. Расскажите о своих впечатлениях. Ну, расскажите о своих впечатлениях. Вот, все мои впечатления. Кстати, сегодня народу довольно многовато. Видимо. Стоило приезжать не в выходной день. Во-первых, не в выходной, во-вторых, скажем так, погода располагает к купанию и гулянию. Ну да, у всех отпуска, лето, все дела. Зимой, наверное, приезжать круто. Зимой, небось, вообще народу нет, не сильно. И красиво. По-своему сурово. А, это мы опять сюда. Это поверху, короче, путь. Нет, это где мы были. Ну я говорю, это просто путь поверху. Маскары сколько? Маскары. Там пляж. А, надо было купальник взять.
Ну такая ничем не примечательная дорожка. Ничем не примечательная дорожка. Ты имеешь в виду сейчас? Да. Вот там внизу что-то интересное есть. Там найти способ спуститься туда. О! Не пора ли нам сделать привал? Здесь норм. Да. Ой, зануда. Нам налево. Далеко лететь? Да ты. Ну да, прилично. Да, тут глубина метров 20 точно есть.